10 февраля Магадан оказался под ударом стихии. Ураганным ветром была сорвана кровля у многоквартирного дома по Пролетарской, 82. В ситуацию вмешался лично заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, давший поручение главе Магадана взять под контроль ход восстановительных работ. Во исполнении данного поручения муниципалитетом на соседнем здании по адресу Пролетарская, 84, на днях была установлена система видеонаблюдения, чтобы в режиме реального времени следить за ходом работ на крыше. Для того, чтобы было понятно, как работают, как проводятся, точнее, восстановительные работы по восстановлению всего этого, мэром была поставлена задача установить камеру для постоянного наблюдения за рабочими. То есть мы в данный момент можем в онлайне контролировать и наблюдать, во сколько рабочие пришли, во сколько они убыли отсюда. То есть весь процесс сегодня восстановления нами будет контролироваться. В момент съемки этого материала ни одного рабочего на крыше пострадавшего дома не оказалось. Но руководитель подрядной организации, восстанавливающей кровлю, пояснил вечернему Магадану, что у них в это время обед. Вовремя ли пришли рабочие с обеда и пришли ли вообще, теперь точно знают в мэрии Магадана. Знают ли об этом в фонде капитального ремонта Магаданской области – вопрос открытый.